включи, видео. Видео включи. Видео. 8 апреля 22 года. Прощание с Жириновским. Вот мы уже прорвались. Осталась последняя колонна в зале Дома Союзов. Вот уже 2 часа стояли. Вот-вот-вот, Коль, пошла толпа. Вот тут интервью берут. А что за компания там? Это, наверное, последняя партия, да, которая распускается. Молодой человек, что вы можете сказать о похоронах? Прощаемся. Прощаемся, Владимир Борисович. Что вы знаете о Жириновском? Яркий политик. Сколько ему лет, когда он ушел? 75. Это много или мало? 75, конечно, мало. Мало? Конечно, мало. А на пенсию во сколько у нас в России уходит? 65. Ну, 10 лет, считай. Он не был на пенсии, он до последнего дня, пока не забрали его в больницу.